Всем привет! Хочу немного рассказать, на что я снимаю, и показать, что получается. Неплохо было бы обзавестись макрообъективом на телефон, но руки не доходят до этого. Сейчас я снимаю на Canon 60DS с объективом Industar 61LZ. Это советский объектив, который с удлинительными кольцами превращается в неплохой макрообъектив, а главное бюджетный. Кстати, вот так выглядят шкурки богомолов после линьки. Богомолы себя чувствуют отлично и превосходно кушают. В прошлых видео я был неправ с названием вида. Оказалось, это Hierodula мультиспина. Про данный вид мало информации, разве что очень агрессивные, но по мне они милые и дружелюбные. Хотя если бы я был поменьше, так лучше не будем об этом.